Всем привет-привет, ребятушечки! А меня зовут Устин, вы на канале Устин ТВ. А мы немного не в такой обстановке, как обычно, потому что очень спешили записать это видео, потому что... Почему, Устин? Потому что вернулись бонстики. Да, сегодня у нас 26 августа, и в магазины вернулись бонстики. Вернее, не сами бонстики, а называется сокровища бонстиков. И мы купили 5 пачек, и сейчас посмотрим, что нам попадется. Ну что, начинаем? Да, погнали! Ну что, давай, Устин, у нас давай, обстановка такая кроватная. Давай, открывай первый бонстик. Я помогу тебе, если ты не против. Опа! Так, давай, ты первый. Кто у тебя? Вискас. Вот это гляньте, какая маленькая, как биткоин. А что там, B3 написано, да? Это может номера тут указаны, бонстиков, такие лапки, монетка такая, такие лапки, буква B, наверное, бонстики. 3, наверное, номер в коллекции. И с этой стороны кошечка, которая очень любит Вискас. Глянь, такие тяжелые еще, как настоящее золото. Так, ну давай, я теперь тебе раскрываю следующую стену. Я, то, что я открыл, посмотрим. Вау, а это что? У нас какой-то пропеллер. B1. Да, скорее всего, поочередность по коллекции. Как они называются, пока мы не знаем, ребята. Если комментарий YouTube закроет здесь, то переходите на Яндекс.Дзен. Там у Устина тоже есть канал. Вот, то название пишите нам, мы пока не знаем. Так, третий бонстик. Вау. А B1 тоже непонятно, что это означает. Тут единица. Не единица, не единица. Да, открываю следующий. Непонятно. Что? Ну ладно. Так, это у нас тоже какая-то монета. B3 написано. Не, наверное, это не номер по порядку все же. Так, и... О, это какой-то бонстик такой был. Помнишь, Устин? Скажи. Вот такой вот. Такой наш. В прошлой коллекции вроде бы, но я не знаю, как его зовут. Пишите, ребята, в комментариях нам. И последний. Так, и давай, можно я открою? Ну, да. О, как мы открывали раньше. Чего мы так не открывали сейчас? Опа. Не получилось. Опа! Финальный взрыв. И... Барабанная дробь. Так, там звонят уже. Спрашивают, какие бонстики у вас появились. Какое-то извержение вулкана. Телеграм. Ну, как телеграм, да, птичка такая. Ну, вот такой у нас бонстик. Заключительный 5-й. Хорошо, что все разные. Будем собирать новые бонстики, ребята, вы... Заходите к нам на канал и смотрите, какие бонстики у нас появились. И на этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал Устин ТВ, чтобы ничего не пропустить. И возвращайтесь быстрее на наш канал, а мы погнали за новыми бонстиками. Всем пока-пока! Все, всем пока-пока!